Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила комиссара ООН по правам человека Мишеля Бачелет повлиять на украинские власти в целях смягчения условий содержания журналиста Кирилла Вышинского и обследования его независимыми врачами. Об этом она написала Бачелет в письме, сообщает ТАСС. В послании она отметила, что Вышинский ничего не совершал, кроме занятий своей профессиональной журналистской деятельностью. Москалькова указала на то, что во время последнего суда Вышинскому стало плохо, и ему неоднократно вызывали скорую помощь. Несмотря на это, украинская сторона не готова заменить ему нахождение под стражей на домашний арест или другую более мягкую меру наказания. Напомним, что 15 мая прошлого года журналист Кирилл Вышинский был задержан в Киеве, его обвиняют в государственной измене. Позже, 6 июля, к обвинению добавилось еще одно подозрение – незаконное хранение оружия и боеприпасов. 17 мая Херсонский суд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста.